Всем привет! Вы на канале Влади Гном. Я тут делаю обзор на Tarus Heroes. Начнем с простого. С вот этого хот-дога, как вы видите на экране. Еще начнем немножко сложнее. А вот ачивочки новые. Есть вот такой вот роботик. Вот такой вот пришелец малыш огонь. И такой вот девочка умная космонавтка. Я сегодня обещаю купить хот-дога. Да, дога? У меня на счету сейчас 100. Я не понял, сколько, но много. Да? Прикольно. Самое прикольное. Это он. Вот этот чудик. На экране. Тут пока мы видим то, что база наша, это ручеек. Зачем им нападать на ручеек, если им нужна вода? Не знаешь? А вы знаете? Вот мы можем поставить эту девочку. Она очень сильная. Да, очень сильная. Фейерверк выпускает сейчас был. Фейерверк запустит. Вот такие вот фейерверчинки. Наверное, этот обзор будет задлиться, может, долго. Но не грустите то, что долго будет. Тут кто-то с яйцом на голове. Не знаю, зачем. Чтоб враги мне победили. О, хот-дог. О, считайте, сколько раз я сказал хот-дог. О, тут хот-дог стоит. Что делает? Он что, стреляет сосиски? Сосиски плюс тесто будет хот-дог. Я как-то... Ну что, я вот это... Дикарь Маруся. Подзубили тут. Зачем они его поставили? Что, вообще нубики? То, что поставили кого-то то бесполезного. Бесполезного, ну, не на полезного, но на бесполезной дороге. Там где никого он не победит. Сам не знаю, зачем это они сделали. А что для смехоты? Если для смехоты, то я понимаю, это надо. Туса, тут туса. Туса, 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 туса. Если я тут котика свою поставлю. Туса, 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 туса. Я царь египетской пирамиды. Конечно, это шуточка такая прикольная. Прикольно. Тут туса лимонадников. О, хот-дог. Прокачался хот-дог. Хот-дог теперь большой хот-дог. Я сам не понял то, что я сказал. Хот-дог теперь большой хот-дог. Мам, то есть... Того, что малыш огонь спрятался в тесте. И начал кувыркаться. И улыбку больше сделал. Только он другой вообще умеет. Хот-дог будет кидать свои... Хот-дог будет кидать сосиски. И вот... Еще маленькие... Куча маленьких хот-догов. Хот-дог... Да. Он столько стоит. Но это, кстати, он добавился с обновлением. Ну, куда бежим? О, прямо бежим. О, это ж наш закрытый влаг. Каменный гом.
голем. Попрыгать ему на по голове. Попрыгать, конечно. Прыг, прыг, прыг. Мы его рушим. Ну вот, это же гоблин. Нет, это не гоблин, но... Ну, это каменный голем. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. О, куча, 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 куча маленьких хот-догов. Хот-дог. Это прикольно, хот-доги. Они же маленькие зрители. Вот. Хот-дог пока еще не прокачался, клон малыша огня. О, кстати, это все имеет логический смысл. Малыш огонь слез